Пресс-конференция главного государственного административно-технического инспектора Московской области Татьяны Витушевой состоялась в пресс-центре РИА Новости. «Эволюция дворов Подмосковья» – так назвали тему встречи. Руководитель областного госадминтехнадзора рассказала о результатах работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в Московской области. В регионе 13 240 дворов, и большая часть у домов, построенных больше 30 лет назад. Поэтому в настоящее время стоит задача, чтобы каждый двор соответствовал современным стандартам благоустройства. И большую роль в достижении результата играет взаимодействие жителей с местной властью. Наши жители направляют свое обращение в администрацию своего муниципального образования или на портал «Добродел» с просьбой иметь красивый двор. Голосуют за этот двор. И этот двор по количеству голосов, отданных за него, становится программой благоустройства, допустим, на этот год. Вторым шагом является участие в общественном обсуждении плана благоустройства. И третий шаг – контроль качества работ. В составе комиссии по приемке обязательно должны быть представители общественности. И у нас, по большому счету, самые запущенные дворы, они уже сделаны, поскольку делались в первую очередь, а, напоминаю, программа уже работает у нас четвертый год. Татьяна Витушева подробно остановилась на требованиях, которые предъявляются к современным дворам. К каждой из обязательных составляющих, которым с 2018 года добавилось еще и видеонаблюдение. При выполнении комплексного благоустройства дворовых территорий именно инспектора госадминтехнадзора следят за тем, чтобы все вот эти требования, заложенные в нашем законодательстве, исполнялись. Часть своего выступления перед журналистами она посвятила детским площадкам, ведь, по словам Татьяны Витушевой, это ядро любой дворовой территории. На сегодняшний день в области ведется их модернизация и замена на современные аналоги. В выступлении было подчеркнуто, что в ходе проводимой работы инспекторы добились устранения более 4500 нарушений благоустройства дворовых детских площадок, влияющих на безопасность детей.